Уважаемый господин председатель, уважаемый господин генеральный секретарь МСЭ, ваше превосходительство, дамы и господа. Позволю начать себе с истории той организации, которая объединила всех нас с вами сегодня. МСЭ – это старейшая, ныне существующая специализированная организация системы ООН. И на момент ее создания единственным средством коммуникации электросвязи был электрический телеграф. И с тех пор мы ушли бесконечно вперед. Но все эти новации, которые позволили нам всем достичь сегодня такого уровня развития ИКТ, требовали от нас новых международных договоренностей по вопросам, никогда ранее не стоявшим на повестке дня. И только благодаря ним, этим договоренностям и единству в понимании общих целей, мы смогли оказаться в новой цифровой реальности. И МСЭ должен оставаться уникальной организацией, главная задача которой – соединять людей всего мира. К сожалению, в последнее время с подачи отдельных стран мы сталкиваемся с политизацией работы Союза. В нарушение уставных документов МСЭ в этом году в ходе ВАСЭ и ВКРЭ не были назначены представители Российской Федерации, номинированные, подчеркну, не от России, а от регионального содружества в области связи, на руководящие позиции в исследовательских комиссиях и консультативных группах секторов. Тем самым была исключена представленность целого региона в его работе. И сегодня мы слышим от некоторых стран аналогичные предложения по исключению представителя России из всех руководящих постов и рабочих органов Союза исключительно по национальному признаку. На наш взгляд, это разрушает единство нашего профессионального сообщества. Эффективная работа Союза зависит от справедливого и недискриминационного географического представительства. Россия всегда руководствуется положениями основополагающих документов МСЭ и работает конструктивно в интересах сохранения недискриминационного единства в нашем профессиональном сообществе. В этой связи выступаем за равноправный диалог в интересах всех государств-членов с особым вниманием к потребностям развивающихся стран и МСЭ в целом. Нас ждут важные 4 года интенсивной работы по согласованию общих подходов к устойчивому развитию цифровой сферы во благо всего человечества. При этом все политические распри должны остаться за рамками Союза. Как и у большинства стран, цифровизация является одним из наших национальных приоритетов. Особо уделяем внимание развитию кадрового потенциала в сфере ИКТ. Благодаря господдержке у нас доступно более 100 курсов по самым разным IT-направлениям. Мы активно работаем над повсеместным доступом к сети интернет. В нашей стране стоимость услуг широполосного доступа в интернет и мобильной связи является одной из самых низких в мире. Ну и в заключение отмечу, что, как вы знаете, Россия выдвинула кандидатуры на пост генерального секретаря МСЭ Рашида Исмаилова, Совета РРК Николая Варламова. Вы давно знаете этих людей как профессионалов, и мы убеждены, что их многолетний опыт в сфере ИКТ внесет существенный вклад в работу МСЭ в интересах всех его членов. И их избрание обеспечит строгое выполнение положения уставных документов МСЭ, фокусирование на изучении технических вопросов в соответствии с мандатом Союза. Просим поддержать наших кандидатов на предстоящих выборах. И спасибо Международному союзу электросвязи и Румынии за организацию полномочной конференции. Благодарю.